Раз, раз, раз. Так. Хорошая должна быть игра. Это я всегда так говорю перед началом очередного говна. А в этот раз я решил играть за орков. Космодесантник у меня противник. Так, ну, первоначально я думал тоже взять космических десантников и попробовать через скаутов сыграть. Со снайперскими винтовками. Здесь, на стиме, эта тактика вообще не заезженная совершенно. Скаутами тут вообще никто не пользуется, я смотрю. Именно в такой ключе. Вот, но все-таки передумал, решил сыграть урка. Да, когда два рабочих строят, все-таки чуть-чуть быстрее идет работа. Не в два раза, но так. Орков забыл поставить. Всегда, когда комментирую, немножко отвлекаюсь. И забываю что-нибудь делать. Так, сначала нужно на правую сторону бежать, на ту сторону, где строится барак. Потому что вылезший Биг Мэг будет телепортироваться потом вместе с орками поближе к противнику. Знаете, уже есть приказ идти строить дальше. Точку. Единственный недостаток, который будет, это то, что у меня будет только один отряд орков, который будет захватывать. И он сделает большой круг до ключевой точки. То есть мне лучше было бы строить в казарму слева, первый отряд пускать через лево, и получается, я бы этот отряд я бы захватил с собой. И как раз атаку провел по левой стороне. Что тоже более качественно, нежели по правой. То, что я сейчас буду делать. Но я уже так несколько не подумал. Начал игру. Что-то менять не получится. В итоге я просто потеряю немного времени. Времени, а соответственно ресурсов, которые могли бы быть начислены за это время. Орк достаточно быстро построился, поэтому он пока что просто присоединится к ребятам. У меня эти разбегаются. Сразу же телепортируемся поближе сюда. Исследование на невидимость я не провожу, потому что и так ресурсов нет. Честно говоря, не сильно мне понятно то, что тут происходит, но точку я могу тут убить. У нее мало здоровья. Разъединяю отряд, так отлично. Ну, по крайней мере, противник бегает. Это уже хорошо. Он юниты не подставляет. Сразу же провожу всевозможные улучшения, чтобы экономически иметь какое-то преимущество. Героя нет. Врага героя нет. В принципе, можно вот сюда побежать отрядом. Этот отряд закончит строительство, пойдет сюда. Но, честно говоря, я не понимаю, что делать на противник. Просто так, что тут такое пошло? Серые рыцари? Серьезно, серые рыцари? Нужно исследовать невидимость, будет очень даже неплохо. Телепортируемся сюда. Здесь наверняка отряд скаутов стоит. Да, отряд скаутов, мы должны бежать, мешать ему. У меня уже дофига ресурсов всяческих. Точку я снимаю, да, уже снимаю точку. А минус серых рыцарей, конечно, в том, так, отходим, потому что волна это. Мы начинаем захватывать с этой стороны, там, где волны нет. Честно говоря, это не самая
лучшая тактика, которую мой враг выбрал. Быстро в серых рыцарей перейти, потому что сейчас я его буду гонять тут по всей территории. Ну давайте посмотрим, как он тут полетает. Ну и все, он вышел. Потому что контроль за картой просто уже достался мне. Ну и, соответственно, ничего враг не мог сделать. А ресурсов не было. Хотя, если бы я помедлил, там у себя пытался как-то развиваться, то, может быть, серые рыцари... Быстрый тэч в серых рыцари, с учетом того, что... У него, у противника были бы все точки на его стороне захвачены, что-то бы имело. Тот же самый, наверное, нет, другой парень. Давайте сыграем опять за орков. Спел стар, значит, это немец. По крайней мере, версия игры у него немецкая. А то я также тоже. У меня на английском языке тут все. Ну, как-то не совсем англичанин из меня. За рандомную расу играет. Как настоящий профессионал. Типа мастер на все руки. Так, из-за пинга, конечно же, не ставит с казармом вовремя. Ну, тут уже по-нормальному мы пойдем через правую сторону, соответственно, и захватим эти точки. В атаку сразу пойдем на правую сторону противника. Какой-то другой тактики на этой карте за орков я не знаю. Хороший. Все, что придумал, придумал сам. А, чаще всего именно на этой карте играл, соответственно. Интерес, конечно, вызывает то, какая раса у противника. С другой стороны, даже если это не крон, в случае с некроном можно быстренько у него оттяпывать вот эти вот точки, по возможности еще и эту крайнюю, потому что обычно некрон начинает захватывать те, что ближе к его базе, то есть эту точку и вот эту, соответственно. И пока там некрон будет разбираться с этими точками всеми, неспешно устраиваться у себя. Да, мне нужно было сначала гречину встроить, потом уже это Биг Мэк. Можно даже уже сейчас разделить. Так, 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 он уже тут что-то пытается захватить у меня. Тут точку сниму, здесь побомблю этих пацанов. Герой, да, герой бежит, все правильно. Точки улучшаем, чтобы было сразу экономическое превосходство над противником. Точку сняли, бежим сюда. Пытаемся расстрелять. Будет захватывать, скорее всего, стоять и захватывать. Героям нужно здесь стоять, чтобы точки не отбирались. Контролировать. Ну и, соответственно, так. Особо тут не побегаю я. Особо не побегаю. Видимость уже можно улучшать. Так, он уже уходит. Сейчас тут будет захватывать. И там, что неприятно, там герой. Так, 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 этого героя мы отводим. Нет, он видит, что я здесь. Помним, что здесь противник есть. Нет, не за.
захватывает. Что это такое? Космодесант, понятно. И сейчас пытаться мне сыграть на том, что у него нету двух точек. Застанет, может, поэтому отходим. Так пытаться будет захватить. Почему он уводит этих самых? Да, он подумал, что я сейчас буду бить этих космодесантников маленьких. Поэтому он решил, что... Снимаем точку. Вадим, снимаем точку здесь. Подводим этого сюда и резко телепортируемся. Берем в отряд. И все, и, блин, я все потерял. Такая вот херня. Ну, по крайней мере, одного я убил у него. Здесь я точку сниму. У меня дофигища ресурсов просто, поэтому я могу немножко побаловаться поставить. Старт второй. И сейчас он меня застанет, словит. Нет, 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 чуть-чуть не хватило ему. Можно подбежать к бойцам своим и... потерять сюда. Это не самый лучший вариант, если честно. Ну и все, сейчас только у противника будет вот эта точка и вот эта. Но у него есть армия, у меня армии нет. И он знает, что у меня здесь ребята. Захватывают точку, он помнит, что они сюда прибегали. Телепорт у меня сейчас достроится, доставится. Доставится телепорт, и я сюда сейчас перемещаюсь сразу. Ну, отлично, снимаем точку. На всякий случай даже можно поулучшать. Здесь улучшено, 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 везде все хорошо. Пойти генераторчик по храму сердца. Убегаем опять сюда. Понятно, он антитехнику, вернее, в технику уходит, мы, соответственно, свалку пушек должны ставить. Ну, тут смысла, если честно, нету размножаться этих бойцов. Все, что я сейчас буду делать, это делать долбометчик. У меня штаб есть, у меня плюс 130 уже тут прирост. Нет, там не улучшено ничего. 20, он просто вот бежит и стреляет, меня сейчас добьет. Пойдет просто в окно. И я как бы ничего не мог с этим поделать. Скорее всего, дредноут будет. Раз, два, три. Да, три, четыре генератора целых. Это будет дредноут, скорее всего. Прикольную штуку можно будет сделать вот эту. И застанется. Вот, вот он удивится сейчас, когда увидит здесь второй штаб. Он сюда сейчас придет. Я, в принципе, тоже могу в технику пойти. У меня же тоже не проблема. Никакой проблемы нет. Причем у меня эти консервные банки, они стоят дешевле. Да, пришел дредноут, все как я и говорил. Но у нас уже будут ребята сейчас, которые... дредноута будут разбираться. Пытаться будет снять сейчас точку, мы не даем ему этого сделать, потому что пошел он нафиг. Чтобы он сильно не расслаблялся, мы идем сюда. Успеваем снести? Нет, не успеваем, потому что сраный тут пинг. Сраный пинг дает нам это.
это сделать. Ну, я шел на жопу. Можем даже провести улучшение. На эту хренотень. Всё, нету. Ну, тут как бы пожалуйста. Хочет, пускай это делает. И, кстати говоря, он штаб может снести. Штаб он может снести своими серыми рыцарями. Очень хлипкий этот рагитпунт Гра. Хотел пройти всех, но канала у меня не хватает. Чего-то у меня, короче, не хватает, чтобы туда пройти. Отходим, ребятки, отходим. Что? Нет, точки он не отхватывает обратно. И ставит болтеры. Болтеры, конечно, это херня. Рабочих нет. Вот это, конечно, поворот. Да, у него не получится. Там Т3, это прекрасно просто. То, что там Т3, это очень весело. Да, и просто сейчас раскромсать за счет своей дебательской силы. Дофиги еще плазмы. Были бы пуляльщики, да, с пуляльщиками я бы справился. Глазик? Да, глазик притащил. Ну, что я могу сказать, доигрался. Снимает точку? Да, снимает, заметил.
Водить его за нос можно. Можно и легко этого противника. Здесь этот самый рабочий. Немножко недостроен. Нет у меня даже этих ящиков. Они улучшены? Да, они улучшены, что самое интересное. Ну и все, тут на две банки убийц только хватит. В принципе, вариант у меня был такой, либо это также в технику пойти, да, популяции даже нету, даже не смогу построить. Либо было нужно в Т3 выходить и пуляльщиками, потому что пуляльщики это разбирали бы очень-очень быстро. Либо надо было в технику выходить, потому что я много генераторов наставил. Я этого, соответственно, не сделал. Хотя как бы просчитывать все его вот ходы и движения было не проблема совершенно. Все, что будет делать противник. Все высаживает, потому что у него реликт. Обзор дает. Если даже интересно посмотреть, то кого? Ну зачем он ведет этих помогать? Банку убийцу. Будем чинить? Не будем. Не могу дать. Не, чуть-чуть чинит. Оценил противника. Самонадеянно очень, так что с ним играть потом. Хотя с тактической стороны, вот как любой космодесантник, он особо ничего и не показал. Основа игры, конечно, знать. Снимать точки, захватывать, но ничего более того, кто там играет, нужно посмотреть. Интересно.